Более подробно эту тему с Алексеем Буриченко обсудим. Это кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. Алексей, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Да, друзья, приветствую. Рад вас видеть и приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Давайте разбираться здесь, в этой теме, Алексей. Президент Зеленский назвал дипломатическое завершение войны, возможность дипломатического завершения войны. Дипломатия, то есть какие-то переговоры, Переговоры не в прямом смысле, а через третьих лиц, тех или иных представителей. Но тут Но не это суть. все равно переговоры. Да, да. Что чтобы правильно поняли? Кстати, Дмитрий Кулеба очень четко разъяснил, что прямых переговоров э, не будет. Это он говорил на полях саммита, в, э, саммита мира в Швейцарии. Он сказал: будут какие-то переговоры перед, э, передачи той или иной информации через третьих лиц. Но в Кремле, а именно Песков, Лавров с трибуны ООН. Они говорили, отвергали какие-либо там условия Украины, а мы прекрасно это знаем, международное э, право, э, суверенитет Украины и так далее. То есть все тут прозрачно и очевидно. Но президент Зеленский просто так бы не говорил о дипломатическом завершении войны. Значит, что тогда он знает, чем можно надавить на Кремль. Э, известно ли вам, есть ли догадки, о чем тут может идти речь? Я думаю, что, скорее всего, речь идет про еще большую консолидацию посредством максимально качественного, эффективного использования площадки саммита мира и самой формулы мира Владимира Зеленского. Потому что уже, в принципе, первый саммит Швейцарии объединил более 100 стран и организаций, и мы уже видим на полях Генассамблеи принятие соответствующих резолюции по вопросам деоккупации Запорожской атомной электростанции. Это и является в том числе очередным шагом как раз вот в том самом дипломатическом русле, когда мало того, что мы и владеем сейчас инициативой дипломатической, дипломатической мирный план Украины, по сути, сейчас единственным документом является мирного урегулирования, который лежит на, на таком геополитическом общем столе, и уже первые результаты вот, берет для себя в реализацию, собственно, та же Организация Объединенных Наций. А я вам скажу, что это серьезный момент, потому что мы же прекрасно понимаем, что сейчас Российская Федерация ротационно возглавляет Радбез, да и то, что она в Радбезе полностью блокирует деятельность как Радбеза, так и горизонтально подконтрольных международных организаций, организаций Организации Объединенных Наций, в том числе имея, конечно же, большое большое влияние и на Генассамблею. Поэтому это, мне кажется, и есть тот самый дипломатический путь. Сейчас по информации, опять же, и нашего дипломатического ведомства и самого президента Зеленского. Мы будем прорабатывать в трех разных странах, на трех дополнительных меж, межсаммитовых, если хотите, площадках, на дополнительные инструменты на реализации тех целей и задач, которые мы закладываем в формулу мира. Это будет Катар, это будет Канада и еще какая-то одна страна. Видите, вылетела у меня из головы. Вот. Но это будет работа на неформальных больше площадках по подготовке к второму, второму саммиту мира. Да, я тоже слышал уже информацию про то, что, ну как минимум в СМИ она как бы циркулирует, да, что мы хотим провести саммит мира до выборов в Соединенных Штатах. Мне сложно это комментировать, потому что действительно, если брать, что мы успеем и получим сильную позицию солидированную позицию, увеличим количество участников саммита мира, а, соответственно, и подписантов документов, которые там будут прорабатываться с помощью, с активной помощью, скажем так, Соединенных Штатов, потому что в любом случае такое, такие решения и, возможно, даже прекращение горячей стадии, как говорит наш президент, будет на руку демократам, но это один вопрос. А если все будет продолжаться в таком, скажем, перманентном да, режиме, то тогда бы, например, я бы не привязывался вообще, собственно говоря, к событию такому, как выборы в Соединенных Штатах. Более того, мы же прекрасно понимаем, что вот саммит мира второй, это такое консолидированное давление, на Путина, на когда это, это, скажем, общий знаменатель, это, это фундамент, это объяснение и пояснение максимальное количество международных акторов, на самом деле что происходит, на какое государство является террористом, и спонсором терроризма, на вот и кто осуществил, соответственно, агрессию, и кто оккупирует и продолжает, к сожалению, оккупировать на землю Украины. И что что война идет на территории Украины просто для нас это вещи очевидные, потому что мы украинцы у наша политика украинцентрична, это все понятно, но люди, которые в Латинской Америке живут, да, политики в том числе даже, или, например, в Западной, даже Европе, тем более в странах Африки для них эти вещи абсолютно не очевидны, они включают телевизор, где есть русские каналы с переводом на их родной язык. Вот. А каналов Украины там нету. И они, получается, получают ту информацию, уже искаженную российской пропагандой. И они думают иногда, что Путин действительно хочет мира, что Путин действительно миротворец, или вообще он даже третья страна. Вот поэтому, когда мы говорим действительно про силу дипломатического урегулирования, повторю еще раз, мы говорим про создание общего знаменателя, консолидированной позиции, а уже потом на базе этого всего проведения непосредственно переговоров с участием стран-гарантов. Вот тех самых переговоров, про которые вы вспоминали, не прямых, с участием посредников, но тут же ж, как бы как их, как их проводить, модель более-менее понятна да, по зерновому коридору принципу. Но нам же чрезвычайно важно именно вопрос гарантий, что даже если прекратится горячая фаза войны, кто каким образом будет обеспечивать вот это прекращение горячей фазы. Вот это на самом деле очень сложный вопрос. Возможно, к ответу на НАСА опять же проведет дипломатический путь подготовки и реализации второго саммита мира. Спасибо вам, Алексей. Обязательно увидимся. Еще есть ряд вопросов, которые хотелось бы обсудить. Алексей Буриченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. Был с нами на связи.